Да? Да. Ну что, я засниму, что происходит вокруг. Красота? Красота. Хорошо. О, я не достану прусковой веревки. Все, все, больше дальше не поедешь. Подожди, подожди, сейчас камеру включу. Ой, блядь. Блядь, не достаю, Леха, да, ты прав был. Ты можешь повесить вот такой этих троллейных этой. О, ну да. Приключения. Чуть правой. С правой? Это да. Вот это? Да. За роликом. Ну ладно. Жека! Ну я сейчас полезу. А можно за две, Леха? Ну давай, только три выдержишь, нет. А, труднее, да? Думаю, да. Ладно. Ну что, по-экстремальному? За что? Можно меня не держать? Ну, скинь ее сейчас через угол. Да, скинь. Хотя бы так, да. Ага, ну уже зацепится. Может так лучше? Так? Так, наверное, не устал ее. Тема. Ладно. Да я не хочу просто прыгать. Жека! Что-то мне неохота. Ну так экстремально хотя бы? Да, да, экстремально. Жека! Ты снимаешь? На одной руке можно? Прыжок, который когда-либо у нас был, я тебе отвечаю. Ты охренеешь, ты видео покажу. Офигеть! Лёха, молодец! Блять, у меня сердце колотится. Я уже давно не испытывал адреналина, реально. У меня уже эти высоты не втыкают, но сегодня мне вкатило. Это нереально. Ты видел, как я прыгнул? Да. Видел, как я висел? Нет, ты видел, как я висел? Я же на веревке висел с одними руками. Потом на одной попытался повиснуть и упал. Нет, я уже умею поток ловить. Я же падал солдатиком, поэтому я как какашка. Это охренеть! Это нереально, просто.